пышное тесто, сочная ароматная начинка. Просеять муку в глубокую миску, всыпать соду, хорошо перемешать. В отдельную миску влить кефир, добавить сахар, соль, перемешать. Кефирную основу добавить к мучной массе, перемешать ложкой, замесить тесто руками, оставить на 10-15 минут. К сахару добавить крахмал, перемешать, чтобы не было комочков. Тесто обмять на подпыленной доске, для удобства разделить на две части, раскатать в пласт 4-5 мм, вырезать кружочки, добавить сахарную посыпку, выложить малинку, плотно защипнуть края. Готовить можно либо в пароварке, либо в кастрюле в подсоленной воде. В пароварке готовить 20-30 минут, в кастрюле 10-15. Приятного аппетита!